Побродив какое-то время по Праге, каждый самостоятельный путешественник плавно переходит к изучению более отдаленных городов или же других совсем провинциальных местечек Чехии. Для нашего первого свободного путешествия был выбран Плзень, потому как и город крупный, и пиво Пилснер уж очень там все нахваливают. Как доехать в Плзень? Чтобы доехать до Плзеня, достаточно часов в 9-10 утра оказаться на автовокзале Флоренг. Там выбираем автобус с нужным названием на табличке и занимаем места. Оплата у водителя при входе. Билет на человека стоит 100 крон. На фото, Чехия, вокзал Флоренц. Автобусом в Плзень дорога до Плзеня занимает 1 час и совсем не утомляет. Автобус катится мимо живописных чешских пейзажей, ухоженных полей, перелесков, мелких городков. Кое-где у горизонта видны шпили то ли замков, то ли городских ратуш. Красота! Так бы и ехали, хоть до самой Германии. Отели в Плзене, как найти жилье? Прибыв в Плзень, первым делом решили проверить, нужно ли бронировать отель заранее или можно всегда найти подходящую комнату по месту. Итак, ищем центр Плзеня, а там информашку информационное туристическое агентство. Через это агентство и найдем жилье. На фото, Чехия. Автовокзал в Плзене. От автовокзала можно идти по улице Хасова. Пройдя пару кварталов, слева вы увидите странную стеклянную пирамиду. Кто бы подсказал, что это за абстракция? Сейчас читают, куда поехать в октябре отдыхать. На фото, Чехия. По улицам Плзеня идем до сквера со смешным названием Сметановы сады. В середине этого сквера будет поворот влево на пешеходную улицу, Сметановую, конечно же. Здесь и начинается исторический старый Плзень. А вот и угловатый и внушительный собор Святого Варфоломея. Значит, мы в центре Плзеня. В дальней стороне площади Республики отыскиваем здание ратуши, а слева от него видим зеленые таблички информагентства. Нам туда. После непродолжительной беседы на веселой смеси английского и чешского языков, получаем на руки увесистый каталог с предложениями небольших частных пансионатов и квартир. Отлично! Эксперимент с поиском жилья прошел удачно. За 950 крон в сутки получаем комнату в небольшом двухэтажном частном доме, в тихом спальном районе. Это, конечно, не центр Плзеня, но и не окраина. А 15 минут езды на трамвае – это даже полезно для дополнительного знакомства с нетуристическим Плзенем. На фото – Плзень. Комната в частном пансионе. Комнатой для гостей мы остались более чем довольны. Чисто и просто, у нас всегда был отдельный ключ от дома, а вечерами можно было пить чай или кофе на своей кухне, листая старые книжки советских авторов, но на чешском языке улыбка, район оказался на редкость спокойным и уютным. Сейчас читают, средиземноморские ступени Гибралтара, тропа с потрясающими видами. На фото, Чехия. Гостевая комната в Плзене, конечно, чтобы не тратить время на поиск жилья, лучше забронировать заранее, тем более, что сейчас у всех есть смартфоны с интернетом, а через Booking все-таки получается дешевле и проще. Смотрим спецпредложения и выбираем, что нравится, цены на отели, что посмотреть в Плзене. 3 дней, проведенных в Плзене, конечно же, не хватает для нормального исследования города. За это время успели лишь совершить типовой туристический поход на пивзавод Пилснер. Причем и экскурсия по заводу понравилась. И в фирменном пивном ресторанчике на Сплице довелось вкусно пообедать. Попробовали несколько сортов нереально вкусного свежего пива. Будете в Плзене, не пропустите. На следующий день успели побродить по колоритным улицам старого города, посмотреть на него с высоты кафедрального собора, ну и побывать в зоопарке Плзеня. Вечером, конечно же, посещение баров и продолжение дегустации чешского пива. Дальше на автобусе в Германию. Однако дальнейшие планы по освоению Южной Германии зовут нас дальше и дальше. Двигаемся по следующему маршруту. Куплены билеты на автобус Фликсбус до Мюнхена. Плзень и вообще Чехия понравились, значит, есть повод вернуться еще раз. А вы ездили в Плзень? Понравилось или нет? Почему да или отчего нет? Поделитесь впечатлениями. Сейчас читают, пробуем португальский портвейн в порту, удачных вам путешествий. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.